Агенты не спят, агенты следят. Я вас приветствую, друзья, с вами Вирус. И мы продолжаем играть за наших шпионов, наших секретных агентов, которые действовать должны скрытно и незаметно, но при этом знать обо всем. Наши информаторы докладывают, и наша цель сегодня будет пройти вот это особое задание. Отправляем вот этих двоих друзей. Пусть они посмотрят, что там. Информатор дает нам еще одного потенциального агента, но у меня уже максимум. Нам нужно пройти по сюжетной линии дальше, чтобы нанимать больше агентов и чтобы открыть вот эти вот различные помещения, которые добавят тут возможностей. Тут еще что-нибудь будет интересно. Поэтому ждем, когда проведут расследование в отделении милиции, что там произошло, почему да как. Сюда перебросим Сваркуты. Давайте. Сваркуты. Сюда из Омска. Омск. Важно, чтобы было два агента постоянно рядом. Чтобы в ближайшем городе был агент, когда он отправляется на задание. Начальник милиции исчез. По словам его зама, он арестован за хранение незарегистрированной валюты. Несмотря на попытки зама нас проводить, мы заставили его раскрыть, что это была за валюта. Кроме того, мы узнали фамилию арестованного. Углов. Товарищ Углов исчез, и его зам покрывает все это дело. Так, здесь разведка, Мурманск. Срыв операции. Вот, у нас есть агент, который дотянется из Риги и из Москвы, в принципе. И мы можем провести эту операцию. Из Риги и из Москвы. Новосибирск. Либо двоих сразу сюда отправить. Сейчас, скорее всего, даже так и сделаем. Давай из Москвы. Давай из Москвы. Срыв операции. Чтобы лично не участвовать сейчас, чтобы сосредоточиться на том, что мы выполним сюжетное задание, попытаемся сорвать эту операцию. Тут это ерунда. Это ерунда. Из Куйбышева и Новосибирска в Оркуту отправим. Сразу. А в Иркутск у меня тут, по идее, во Владивостоке парочка бездельников пока что. Они выполнили задание. Хотя проверка валюты. Тут же еще иностранную валюту нужно проверить. Ну давай, Некро. Погнали. Раздал всем задание, определил. Сейчас я отправляю сюда даже двоих, чтобы наверняка, если вдруг там шпионская деятельность, чтобы не было никаких вопросов по этому поводу, и сюда двоих, чтобы быстро мы оборвали это автоматом, не пришлось сражаться. Начальник милиции Владивостока, которого недавно поймали на получение взяток в иностранной валюте, обнаружен в одном из наших трудовых лагерей. Одного нашего статуса должно быть достаточно для того, чтобы мы могли допросить подозреваемого и узнать, кто нанял его и его подручных тем злополучным вечером. Мы продолжаем, да, сюжетную линию, то, что мы видели в первом взгляде на основном канале Вирус Плей, когда предателя убили прибывшие силовики, прежде чем агенты до него добрались. Иностранная валюта Владивосток. Как и предполагалось, никаких следов валюты в официальных реестрах найти не удалось. Похоже, мы имеем дело с профессионалом. Наш агент проник во вражескую ячейку во Владивостоке. Красавчик. Потенциальный новый агент. Пауза. Тут что у нас? Лагерь. Давай. У нас как раз тут двое. И тут как раз этот лагерь. Убедите работников трудового лагеря выдать имя арестованного начальника милиции. Начинаем задание. Это вот как раз-таки сюжеточка. Трудовой лагерь. Здесь должна быть разведка проведена. Все остальное тихо. Ждем. У нас уже есть три агента. Один вот. Мы, по идее, его могли бы захватить или устранить. Но я сейчас срываю операцию, чтобы лично в этом не участвовать. А еще один... А, ну так же, да, трудовой лагерь здесь. Также. Вместе задание.
информатор дает данные, но, скорее всего, нас сейчас отправят туда. Ну, мы должны будем по сюжетке поковыряться в этих документах сейчас. Вражеская операция сорвана. Отлично. Агента отпустили, по сути, но ничего страшного. Из Мурманска одного перебросим агента. Тем более вот здесь началась какая-то движуха. В Москву. Ну давай, из Москвы как раз. А Одесса рядом, если что, Одесса прикроет. А из Иркутска отправим двоих также. Чтобы они, если что, могли сразу оборвать это задание. Не, нормально, в Киеве все тихо. А вот здесь нет. Здесь также нужно сейчас провести срыв операции. Блин, барабанчик. Мне на самом деле может пригодиться для штурма. Но вроде бы задание это не повлияет на его возможности сражаться. Обнаружен враг. Дракула. Угу. Смотрите, какая красоточка. Граф Дракула. Это вот как раз таки в процессе срыва то, что идет операция. Дракулу мы упустим. Ну ничего. Заговор молчания. Немного шума и убедительные угрозы подействовали. Один из лейтенантов раскололся. Приказ об изоляции Углова дал офицер ГРУ под кодовым именем Снегоход. Он же упоминается и в документе Юкона, того самого, кого убили, да, в начале этой кампании. Продолжаем. А что здесь? Информатор дает нам данные снова. И ждем Новосибирск. Хотя, по сути, что мне нужно сделать? А, изучить досье. Как раз вот сейчас мне нужно изучить досье Юкона. Вот эти документы. У меня не хватает их, правда, пока что. Олимпийцы. Вытаскиваем все, что есть на досточку. И пару документов нужно прочитать. Четыре позиции надо найти. Зелень. Однозначно зелень. Тебе это понравится. Кое-кто, за кем мы следили еще с гремучников, однозначно, похоже, слегка не в себе. Объекту удалось проникнуть в АХБ, притворяясь стажером, забраться на крышу здания и вывесить флаг со словами «АХБ мародеры гремучников». По понятным причинам я использую кодовые обозначения где нужно. Кроме того, несколько окон объекту удалось завесить слоганами с крайне оскорбительными слоганами. Слоганами с крайне оскорбительными слоганами. Разумеется, нашего друга схватили ребята из. В общем, думаю, мы можем вычеркнуть этого человека из списка потенциальных информаторов и инсайдеров Конкискадора. Кстати, интересная тема, что каждый раз здесь рандомно эти документы. То есть даже если, по-моему, сохраниться и заново запустить, документы чуть будут разниться, будут разные там какие-то кодовые имена. Ну, что-то будет общее, что-то будет объединять, но не все будут как один. Жертва, хулиган, бухта Аруба, после встречи на стороне. Жертва получила предупреждение от своего помощника Скоробея о том, что за ним следит неизвестное лицо. Стенограмма прилагается. Жертва решила скрыться и устроить засаду для этого неизвестного. Согласно данным криминалистической экспертизы, жертва была задушена. Для нападения на хулигана использована струна. Следователи извлекли две пули из стены напротив переулка. Выстрел произведен из пистолета жертвы. Выводы. Допрос провокатора не дал особых результатов, несмотря на то, что по свидетельствам очевидцев они спорили с жертвой в вестибюле здания, где проходила встреча. Можно, конечно, доверить автоматически, да, расставлять вот эти вот веревочки после определенного времени нашим агентам. Ну, можно и самим. То есть читаем совпадение и вот так вот растягиваем ниточки. В лучших традициях американских детективов. Бухта, фундамент, вот она бухта. По идее, нам нужно связь установить между основными объектами и одним из вот этих появляющихся. Но у меня не хватает данных, поэтому сейчас, скорее всего, мы и не выставим все, что есть на доске, а вообще связь не выявим. То есть не обязательно все должны позиции друг с другом совпасть. Главное установить связь. Моби Дик, хулиган, фундамент, АХБ... А вот, вот так вот можно, оп.
А, трава северная. Ну, поэтому ждем, когда нам информаторы дадут документы еще какие-нибудь, чтобы уже иметь полный набор. Разведка противника. О, прокачался барабанщик. Красавец. Будешь лучший барабанщик района. Все, оборвали. Оборвали. Смотрим, что можем вкачать нашему барабану. Он очень хороший. Я его буду использовать сейчас в задании. Поэтому обязательно прокачаем. Танцор. Внимание на уклонение. Защищает от вредного воздействия газа. Дар свыше. Ну давай дар свыше. Он очень хороший стрелок. Кайфовый. Оружие у тебя и так на самом деле прокачано неплохо. Отменить. Агент отсутствует, его нужно вернуть домой, чтобы начать что-то изучать. Ну, я и тебя не буду сейчас перед миссией, ты можешь обучаться долго. Перед миссией я тебя точно не буду отправлять на обучение. Просто ждем теперь. Сейчас вот эти информаторы дадут нам документы необходимые, и все будет хорошо. Начинаем задание. Все тихо, все спокойно, отлично. А, зато у нас там вот не тихо. Досье Юкона, наблюдатель. Пауза. Пауза, пауза. Отправляем Сахалина, ну и Кадьяк. Лично. Наблюдай, чтобы там все было тихо. Чтобы там не было никаких вопросов и проблем. А, 8, возможно, уже и хватит. Вот, ну вы видите, объект, между которым нужно установить связь. Вот так вот. Можно даже сразу установить. Северные копии. Оп. А, но нам нужно выявить связь не между этими объектами, а между главным. Так, читаем документы. Что здесь будет интересно? Направляйся по первому адресу. Ферма за фундаментом. И сходи на встречу фанатов НЛО. Нет, это не то. Там ты и должен прикинуться агентами, сбежавшими из целлулоида. Пообещайте предоставить им доказательства существования внеземной жизни по второму адресу из этого письма в заброшенном здании в Ливне. После этого возвращайтесь в штаб для перевода. Так, фундамент однозначно где-то тут был. А, ливень такого здесь не помню. Целлулоид тоже. Читаем дальше. Гаванец. Нет, они даже не могут понять, что за человек отрава. Просто любыми способами не допускай их близко. И объясни этому ослу, что такого рода репутация не забывается. А хранить радиоактивные материалы вместе вроде не лучшая идея. Проконсультируйтесь с толстосумами и чумными драме. Докторами, может быть. А, так, отрава была здесь, такая тема. Толстосумные, чумные, да, чумные доктора, все правильно. А, к сожалению, не хватает мне данных, в любом случае нужно найти всем. А 8 из 10 могло бы и хватить на самом деле. Хулиган, скоробей, провокатор. Зелень, гремучники. Ливень. Моби Дик, Моби Дик. Можем еще вот это дело раскрыть. Здесь... А, здесь тоже не все еще документы. Ну, раз не все, значит, не будем даже пытаться сейчас. Ждем. Ждем. Следующий информатор точно должен нам дать необходимую инфу. Опа. Не зря я двоих сюда отправил. Срыв операции. Срыв. Начинаем. А кто там из агентов? А ну-ка, Изумруд. Изумруд, а Дракула, кстати, фотку изменили ее. То есть, если мы ее не ловим, она меняет личность, и фотка у нее будет чуть-чуть другая уже. Из Киева перебрасываем. Или давайте из Мурманска. Рядом агент будет, если там опять движуха, то сорвать мы успеем. Информатор-то. Но в Оркуте информатор должен уже дать. Нет, не дает. Обнаружен враг, Изумруд. Ну это все хорошо, но не в нем сейчас счастье, и тем более не в ней. Но лучше бы ты мне документы предоставил. Но определенный рандом тут присутствует, как я говорил, тут даже документы могут разное давать.
Блин, срыв информации. Из Омска давайте перебросим. Далеко, но... должно сработать. Не так все плохо. Не так все плохо там должно быть. Сорвана операция. Замечательно. Еще и Кадьяк прокачался. Так, из Риги. Из Риги перебрасываем. Информатор. Замечательно. На базу. Вы на базу отправляетесь. Сейчас Кадьяков качаем, успеем. Главное дождаться нужных документов. Нужные документы. Расширится еще зона влияния. Ну, то есть, будут новые города. Обнаружен враг. Да что ж такое-то? Че ты мне врагов все подсовываешь? Из Воркуты двоих. Погнали. Информатор. Работай, информатор. Давай мне необходимую информацию. Мне нужны документы этого Юкона. О связях снегохода. Так, опять здесь какая-то тема подозрительная. Вот здесь однозначно срыв операции нужно делать. Из Омска. Начинаем. А здесь из Мурманска и из Ленинграда перекидываем. Срыв операции пошел. Опять сейчас мне скажут, что там агент. На самом деле, все можно было бы быстрее делать. Нейтрализация тактики. Намного быстрее могло бы все открываться, если бы я лично гасил вот эти вот очаги вражеской деятельности. Тогда документы бы мне давали и за агентов, за самих этих. И не нужно было бы зависеть от информаторов. Потому что так и осталось 8. 8 данных. Мы ничего сейчас больше не сделаем. Так, что у тебя здесь можно прокачать? Сокращает время перезарядки, быстрое восстановление очков здоровья в убежище. Позволяет вот продолжать ход после стрельбы. Классная тема. А, давай. Эксперт по стрельбе. Это то, что тебе нужно. Барабанчик. Ну и все. 13 из 13 агентов, как видите. То есть нужно прокачаться дальше, вот выполнить эти самые миссии. Сейчас прочитать документы. Автоматически связь вычислить. Нет, не из Киева, из Воркуты. Из Воркуты. Давайте мне документы. Давай, давай, да что ж такое, новый потенциальный агент. Я рад, безумный. Я очень рад, безумно. Потенциальным агентом. Я уже денег даже накрафтил нормально так. Разведка противника. Сорвали операцию. Информаторы и там вон уже готовят. Из Ленинграда. Прям парочкой даже. Опа. Нет агентов рядом. О, как из Киева я не успел перебросить. Офигеть. То есть эту... битву нам однозначно придется сейчас разыгрывать. Начинаем. Тактическую разведку делаем. Хотелось бы, конечно, сейчас, чтобы документы вот этот раньше предоставил. Основной задачи. Для основной задачи. Это друг. Если нет, то выполнив в Одессе миссию, мы точно должны уже получить. Но время есть еще, давай. А что здесь? А, здесь убийство, кстати, убийство информатора. Это мы получим дополнительного агента вообще, в идеале. Это интересная тема. Давай сейчас он... сейчас он даст нам вот так вот потенциального агента очередного. Вот мне даже интересно. А что здесь будет? Вот на освобождение информатора идут трое. Ты будешь отвлекать, как всегда. Барабана берем. Он хороший стрелок. Он в голову очень классно стреляет с пистолета. И берем нашего, конечно, Кадьяка. Остальные могут предать, а этот останется с нами всегда. Погнали. Будем выполнять, значит, эту миссию. Значит, наша цель сейчас освободить очередного агента. Ну, будет интересно в плане... вот у меня лимит, а освобожденный информатор должен стать моим агентом. Вот барабан... я его вот так вот и освободил.
Очень кайфовый пацан. Так, здесь вышечка. Здесь нужно освободить. А здесь еще должен быть вражеский агент. Который не подсвечен. Это очень опасно. Но не знать, где вражеский агент, это крайне-крайне неприятно здесь будет. Угу. Вот здесь вот камеры. А, вот он агент вражеский. Он на улице. Все нормально. Мы знаем. Здесь он подсвечен. Здесь он подсвечен. Значит, сюда приходим. А камера, подзорная труба наша будет стоять. Давай, здесь панорамные стекла. Мало ли вдруг он зайдет внутрь. Так, здесь запад. Дикий-дикий запад. Погнали. Сейчас, ну, не буду пытаться максимально тихо, как в предыдущей серии, все провернуть. Сейчас мы попытаемся. Главное, выполнить задание, освободить агента и, по возможности, выполнить дополнительное задание. Убейте всех наемных убийц. Так, Индиго. А, ты аж здесь... Ух ты! Повезло, что агент идет сюда. Она прям рядышком с ним стоит. Вот это подстава. Вот это могла бы быть подстава. Иди сундук посмотри. Агент в этот раз, как видите, ходит. Не стоит на месте. И даже без того, чтобы мы вырубили кого-то. Он в движении и так. Он постоянно на виду. Тут камеры отключаются. Тут отключаются камеры. Давайте двое, вы пока просто стойте. Просто там вдвоем два мужика за углом, ну, остановились, стоят что-то. Ну, покурить остановились. Ребятки решили спрятаться. Их там никто не спалит. За агентом мы наблюдаем, в окна смотрим. Все тихо, спокойно. Агента не упустим. По идее, сейчас мы его даже засветим. На всякий случай будем его подсвечивать временами. Наша красотка пойдет, отключит камеру. Да, он смотрит в другую сторону. А, он может даже ходить сейчас будет туда-сюда здесь. Если отключим камеры, то тут уже даже никто нам мешать не будет. Сможем мужика оттащить. От, не-не-не, не прорыв, эвакуация. Где у нас может быть? Отлично, здесь, куда мы прибывали, тут точки не изменились. Давай за угол. Мало ли, вдруг он сейчас будет идти и тебя там заметят. Лучше не шутить. Редстоун. Броня 13, неплохой агент, похоже. Посмотрим, что у него за способности, какого уровня. Тем более, там агенты, которые мы освобождаем, они уже прокачаны более-менее. Они уже что-то могут, они что-то умеют. Здесь кипиша не будет. Здесь все тихо. Опа, опа, ты начнешь двигаться вот сюда. То есть он не патрулирует, он реально чуть-чуть в разные стороны двигается. Сейчас наши голубки там, похоже, будут драпать. Похоже, будут прятаться и убегать. Деятельность противника. Но этого можно не вырубать. С другой стороны, если он сейчас придет, этот агент, туда, надо посмотреть, не по здоровью хватит. Вырубить. Тут 91 есть максималочка. И у тебя 91. Нет, и кстати, ты сюда не идешь. Ну, если что, барабан тебя тоже сможет вырубить. По барабану тебе настучать сможем. Так, заходишь. Чисто пока что заходишь. Если тут кто-то есть, нужно не спалиться. На глазах у них открывать нельзя. Револьвер нашли. И выключаем камеры. Есть контакт, отлично. Здесь еще секретные документы. Вот как раз таки секретные документы. Скорее всего, тут будут документы. Я когда проходил, да, дальше, как я говорил в предыдущей серии, я чуть по сюжетке проходил. Я, конечно же, эти документы не ждал вот так вот.
от информаторов, а в первом же задании, в первом же срыве нашел их и быстро продвинулся. Я думал, что и через информаторов это тоже можно сделать сейчас. Но либо нужно ждать дольше, либо мне просто сейчас не повезло, либо можно реально последние документы найти только на боевом задании. В полях, как говорят, да, агенты? В полях, только вот в полях и можно найти их. Так, ты идешь сюда. И здесь никого нету. Опа. Красотка, тут даже три документа каких-то будет. Еще. Еще два. Ходит туда-сюда. Ну, сейчас, пока нету тревоги, мы можем проследить его маршрут. А потом, когда будет... Хотя, по идее, даже странно, что мы сейчас можем проследить его маршрут. Я не всегда агентов видел маршрут. Может, это зависит еще от агента врага. Или от наших способностей. Может, это еще зависит от того, кого я взял. Так, а здесь есть документ один. Получается, еще один будет где-то тут. Вот он, на втором этаже. И тут и сундук. Сюда мы однозначно сейчас пойдем. Агентов там нету, так что спокойно наша красотка пройдется по многоэтажечке, пособирает, если что, поотвлекает. Подавитель есть. И остался последний сундук. Вот оно, сейф. И мы соберем все на карте. Тут как-то я сейчас нашел все быстренько, все хорошо. Ну и нужно все быстренько заканчивать. По сюжеточке пора двигаться. Пора двигаться по сюжеточке. Пора сменить базу. Кстати, я предлагаю все-таки взять базу, которая будет там наполовину сгоревшая. И потом объясню, почему. Почему взять эту именно сгоревшую. Так, по способностям устойчивый. Очень кайфовый тип. Если он стоит, то наносит урон и попадает очень хорошо. Бьет белки в глаз практически. Так, товарищ милиционер. Все тут тихо, не переживай. А тут еще одни камеры. Тут не все я отключил. Ну, это мелочь. По идее, у нас тут за домом никто не мешает. Если что, барабан с бурым медведем... С огромным бурым медведем все сделают тихо. Если что, они сделают все очень-очень тихо. И свалить успеют быстро. И успеют однозначно свалить. Открывает чемодан. Находим еще одно оружие, которое, если что, при желании можно будет и продать. Агент сюда может... Нет, слава богу, он не сюда. Вот, честное слово, вот сейчас мне повезло. Я не контроллер от... Не контроллер. Не проконтролировал этого агента, не посмотрел, куда он сейчас пойдет. И если бы он вдруг решил пойти вдоль этой стены, вот сейчас бы началась шумиха знатная. Так, куда ты дальше пойдешь? И здесь развернешься, да? То есть есть вариант, что ты можешь спалить. А на второй этаж я могу сразу подняться. Давай на второй этаж. На втором этаже тебя точно никто не увидит. Ну, из тех, кто не должен. Остальные посмотреть на тебя красивую могут. Полюбоваться. В суд подавать на них не буду. Вот тут он в окно мог бы нас спалить. Если бы я остался возле лестницы, сейчас бы смотрел бы. И в окошечко увидел, что там что-то нечисто. Так. Этот агент палит. И мы вновь используем тему с отвлечением. Оп. Можете мне помочь? Помог, молодой красивый. И теперь мы тихо фоткаем, пока все отвернулись. Есть, секретные документы у нас в фотике. Конец хода. Все очень-очень тихо, все очень-очень спокойно. По-хорошему, вот этого гражданского нужно убрать. Он помешает нам вынести тело агента.
не слышно. Без шумихи он будет мешать. Так, поднимайся наверх. Я надеюсь, тут никого нету. Не, можно засветить сейчас, да, нашей всевидящей. Но она не нужна. То есть это в первую очередь либо в бою... О, легкая броня у нас есть. Либо в бою это крайне полезно. Либо когда подозреваешь, что там может быть агент. Здесь, на этой карте, в этом задании, агент точно один. Переживать по этому поводу не стоит. Под камерами вырубать не будем. Можно вот здесь гражданского вырубить, который также постоянно ходит. Если бы были отмычки, можно было бы вот тут пролезть, но я отмычки не взял. Я, насколько помню, я их не брал. Аптека, граната. И здесь аптека, граната. Жаль, что нельзя отмычку давать вот завербованной, да, красоточке. Внедрившейся. Ты дотянешься, если убрать труп потом? Вроде бы да. Давайте, вырубаем. На одном ходу сразу. Все, вырубаем, убираем трупы. Все, тихо. Ну, это не труп гражданского, мы не убиваем. Гражданский. Тут остается жить. Избавиться от трупа. Давай, 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 давай. Чтоб товарищ милиционер не волновался. Мы приберем за собой чуть-чуть. Агент сюда же двигаться начинает на следующий ход. Не переживай, товарищ милиционер. Не переживай, все будет тип-топ, очень хорошо. Я даже знаю, что сделаю, товарищ милиционер. Чтоб ты лишний раз не переживал. Этот не палит, не палит в окно. Так, ты сможешь вырубить, да, однозначно? Да. Полежи, отдохни. Полежи, отдохни. Спокойненько, все будет как нужно. Мы сделаем аккуратненько, не переживай. Проснешься в ящике, выспался. Довольный. Рапорт напишешь. Вообще. Мафиози тебя будет допрашивать потом. В общем, наслаждайся. На первом этаже нам нужно спрятаться. О, она же может из окна тут прыгать. Она же спокойненько может прыгнуть из окна. И это нам сейчас поможет. Давай вот сюда. Не из окна будем прыгать, а с вот этого переходика на втором этаже. Стоим. 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 Можно будет проникнуть двумя этими пацанами. Вырубить точно так же, наверное. Даже быстрее так будет. Так, скорее всего, намного будет быстрее. Подождем этого красавчика здесь. Либо внутри. Давай внутри подождешь. Хотя может спалить. Давай лучше на втором этаже. Реально, возвращайся на второй этаж. Очень удобная позиция. В плане того, что если что, ты там сможешь прыгнуть и вырубить. Сможешь отсюда прыгнуть, дотянуться до него и вырубить. И никто это не спалит. Все будет очень-очень профессионально. Подходим. Два здоровых мужика будут смотреть за другим мужиком в окошечко. И это не вызывает подозрения. Просто стоят, любуются на него. Там заложник. А здесь здоровый мужик. Гражданский уходит. Гражданский куда отправится потом? Сюда, но я не думаю, что он спалит. Кадьяк. Смотрим, куда агент идет, чтобы не было печально. На самом деле все нормально. Вырубаем.
Так. Вырубить. Раз. Делай раз. Делай два. Убирать его или вообще не нужно убирать? Ладно, уберем. Давайте уберем на всякий случай. Сейчас все может пойти не по плану. Так что лучше подстраховаться. Лучше сделать наверняка. Лучше сделать аккуратно. И теперь наши агенты могут и выключить камеры сразу. Отлично. И сфоткать документы. Все. Тишина. Камеры нам больше не грозят. Вот только вот этот гражданский. Насколько я помню, вот здесь никого нету. Когда они стояли, палили в окошко, там никого не было. Ага, вот, смотрите. Охранники не вышли на связь. Он идет сюда. Палит моего и бросает гранату. Офигеть! Вот это ты профессионал. Сейчас мы сможем, если Индиго покоцают, ну, по идее, не должны покоцать. Можем не успеть вырубить. Да, да, получилось не очень симпатично. Поторопился тут и начался шум. Вырубить. Не-не-не, какого этого, блин, наводчика? Нафиг мне этот наводчик, ты чё? Агента мне нужно вырубить. Все. Молодчага. Почему только через это окно ты решила прыгнуть? Попытаемся вытащить все-таки этого агентика. Так, у тебя есть аптека? У тебя есть аптека. Ладно, Кадьяк. Принимай ты аптеку. Давай. Спокойненько. Без нервов. Гранатку кинул тот тип, конечно, грамотно. Ты освобождай. Сейчас этот парень нас, если что, прикроет. Так, это дама. Это дама, у нее, правда, только пистолет. То есть особо надеяться не на что. Прям мега мощного чего-то она не сделает. Эвакуацию заказываем. Заказываем сразу эвакуацию. Барабан на следующем ходу будет ремонтироваться. А, ты стрелять ни по кому не можешь. Давай вот сюда. Ты с пистолетом? Ты, если что, сможешь сейчас устроить дозор. Итак. А, у тебя нету такой способности. А, нет, подожди, подожди. Дозор, дозор, дозор. У тебя должна быть способность. Вот так вот, вот так вот. Отлично. Наблюдай. Кадьяк, подтягивайся. Сейчас барабана, главное, чтобы не убили. Он стоит возле окна, и он выглядывает, и по нему можно вести огонь. По нему могут попасть. Опа, отлично. Красотка снайперски просто его убила. Ой-ой, молодчага, смотрите, еще одного. Так, ты жива, жива, жива. Там гражданский из окна паникует. Агент мне понравился. Редстоун как-то сейчас красиво, да? Раз, два. Дозор сделал свое дело. Поставил ее правильно. Прикрывать. Я знал, что на Индиго сейчас начнут агриться. Что на Индиго сейчас попрут.
Отдавай аптеку, юзай. Юзай аптеку. С облегчением тебе. А у тебя ничего нету? Бывает оборудование, осколочное. Оборудование бывает. А приводить в чувство мы тебя не будем, агентик. Тебя просто поднимаем. Ну, прости, Индиго. Будешь таскать этого агента на себя. Опа! Они слились. Они стали одним целым. Оп, все, подняла она его нормально. Так, агент здесь. Значит, лучше передвигаться вот таким вот образом. Бегите, бегите. Тут, скорее всего, никого не будет. Пойти, если могут, то вот отсюда. Здесь я одного видел, плюс еще где-то милиционер, возможно, один будет. Так, красотка, ты очень это все классно сделал. Мне понравилось, как ты о них постреляла. Насколько это было профессионально. Давай еще раз. А ты пистолетом не сможешь ничего сделать? Значит, отступи вот сюда. Никого здесь не было, да? Ё-моё! Ё-моё! Ну а ты давай. Здесь устрой дозор. Все. Ждем. Конец хода. Спалились мы неприятно, но вроде бы все ничего. Немножко... А, вот он. Полицейский. Парочка, как я и говорил, здесь будет полицейских этих. Индиго, живи. Еще тебя тащить мне сейчас не хотелось бы. Этого полицейского мы уберем. Этого полицейского мы сейчас однозначно уберем. Прикрыть тебе спину сможем без проблем. Редстоун останется прикрывать. Как только тут кто-то выбежит, она его грохнет. Кадьяк тоже будет прикрывать. Барабанчик разберется с вот этим вот. А, с автоматом. Блин, что-то у него... Косячно говорит сейчас. Не убью его. Давай в голову. В голову ты наверняка с такого расстояния. Он говорит, 100% справлюсь. Опа. Шикарно. Здесь разобрались. Дозор. Продолжаешь смотреть эту сторону. Красавица, тебе нужно свалить. Свалить можно вот сюда, чтобы тебя никто не увидел и не ранил. Чтобы тебе никто ничего не сделал однозначно. Блин, а дверь не закрылась. Плохо. Ладно, Редстоун, прикрывай. У тебя патроны еще остались. Хотя ты можешь уже и пальнуть, да? Ты можешь уже и пальнуть по тому агентику. Не, не достает, смотрите, урона, видите? Нету. Урона нету, поэтому перекрываем сейчас подходы агентику. И авто сейчас подъезжает, и срочно эвакуируемся. О, еще один милиционер. Неужели ты сейчас убьешь? Он может дотянуться. Нет, 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 далеко, далеко. Он включил башенку, он дозорчик включил. Он включил дозорчик, так что все спокойно. Индиго, не переживай. Лазарете тебя зашьют. Залатают и сделают еще лучше, чем ты была. В лазарете места много. Подкрепление в пути. Главное, чтобы подкрепление не подходило там, где эвакуация. Иначе это фиаско. Все, Рафик, Рафик здесь! Срочно эвакуируемся. Срочно эвакуируемся. Так, ты прячься. Хотя давайте сейчас посмотрим. Может, Редстоун дотянется? Нет, Редстоун не дотянется. Она не сможет дотянуться. Ей это не под силу. Ну тогда делаем дозорчик. О, он на линии поражения. Причем с автомата он его положит.
Давай. Левша, причем, заметьте, да? Левша. Продажных милиционеров наказываем. Прячем. Кадьяк. Кадьяк, кадьяк, кадьяк. Так, ладно, давай сначала ее. Тебе прикрытие я не смогу устроить, красавица. Прячься. Почему нет? Чё ты отказываешься идти? Смысли? Почему ты туда отказывалась идти? Вроде ж в зоне действия все было. А, тогда сейчас тебе дозорчик врубим. Офигеть, у тебя прокачанный, похоже, дозор. Очень прокачанный дозор. Хотя нет, мазохи... Нет, таран. При перемещении. К показателю брони при перемещении. Такого я еще не увидел, кстати. А ты красавчик. Ну давай вот сюда сейчас. Дозорчиком. С пистолетом тебя поставлю. Хоть как-то. Хоть как-то. Вот сюда. Прикрывай. Подходы прикрываем. И на следующий ход мы точно уже эвакуируемся. Все агенты будут спасены. Тело мы забрали. И документы тоже. Поэтому следующая квестовая миссия у нас уже в руках. Двое прибыли штурмовиков. Редстоуна достают, что ли? По окношку. Задет. Кадика. Возле двери стоит. Но на таком расстоянии большого урона они и не нанесут. Хотя все зависит. Если бы без укрытия мы совсем были бы, то могли нанести. А так типа выглядываем из-за укрытия. Все равно попали, но большую часть... За счет расстояния и укрытия погасили. Так, Редстоун, порадуй меня, что ты дотягиваешься. Нет, блин, ты не дотягиваешься, ты максимум вот сюда доходишь. Буквально одной клеточки мне не хватает, чтобы Редстоун сделала всю красоту. Предлагаю тогда отойти от окон. От окон отходим. Бегом сюда. На всякий случай, если вдруг кто-то захочет обойти нас с этой стороны, вдруг кто-то там бегает. Барабан прикрывает подружку. Давай. Хотя она... Так, дверь. Давай, наверное, дверку закроем. Вот так вот. Шикарно. Как оно? Все, а теперь никто тут в нас не попадет точно. Только через окна. Контролим ситуацию. И ты тоже с пулеметом следи. А по тебе попадут. То есть, если мы их видим, то, скорее всего, и они нас видят. И чтобы по нам не стреляли, мы отступим вот сюда. Это все равно большого значения не играет. Это большого значения сейчас не играет. И дозорчиком поставим просто всю комнату. Всю комнату поставим дозорчиком. Отлично. На следующий ход уже точно. Редстоун, я как-то с тобой мы что-то сейчас не сработались. Попала ты очень грамотно во двоих. Я переживал по поводу этих двух штурмовиков на втором этаже, когда спалились. Потому что они рядом, они могли бы нанести серьезно урону моей Индиго. Но ты их за раз просто расщелкала. И не оставила ни одного шанса. Уводим агентов в безопасную зону.
Все. В такой ситуации главное, если не хотим, чтобы по нашим попадали, отводить оттока. И очень-очень полезный навык вот ходить после стрельбы. То есть подошел к окну, выстрелил, особенно если из пистолета, отошел от окна. То есть на стрельбу из пистолета очки ходьбы не тратятся. Все, эвакуируемся, да. Из автомата, конечно же, из пулемета уже тратятся. Из дробовика нет. Но автоматы, на самом деле, с дробовиками, ну, чаще всего уже лучше использовать, когда враги напирают, и их слишком много, и они все вот рядышком. Выполнили идеально эту миссию. Просто идеальнейшая, замечательно. Спалились, правда. Несколько агентов ранено. Но мы вон захватили оружие, кстати. Выстрел не заканчивает ход. Ну, это все у меня было. Легкая броня тоже была, но это открытая враждебность. Документы, самое главное, и для одного дела, и для другого. Новые потенциальные агенты. Это у меня сейчас полно. И Годива агент, который тоже сейчас что-нибудь даст. Что-нибудь, да, обеспечит нам. Изумруда. Он нам сдает своего напарничка. Напарницу, если быть точным. Отдаем в руки лазарета. Хотя они автоматически, да, назначились. Втроем прям. Прям сразу все втроем в лазарете лежат ребятушки и ждут своего часа. Ребятушки ждут своего часа. Ну что, проведем тогда вот здесь расследование. Последнюю пару документов вытаскиваем. Вот он, наблюдатель. И наблюдатель я еще где-то тут встречал. Где-то, по-моему, было это. Провокатор. Вроде, хотя нет, сейчас не вижу. Бывают еще, что из разных дел одинаковые слова используются. То есть во втором деле тоже можно найти какие-то связи с этим. Но выставить, конечно, так ниточки нельзя. Похоже, возможно, это не важно, но наши соперники, похоже, проявляют большой интерес к... А у мистера Грея есть поводы для беспокойства, от которых я просто так отмахнуться не могу. Хуже того, Моби Дика заметили в приводнении. Нам нужно поговорить. Одно совпадение может быть просто совпадением. Большой интерес, которых я просто так отмахнуться не могу. Приводнение, ну, в принципе, вот. Это, скорее всего, что-то подозрительное. Это что-то подозрительное. Моби Дик, насколько я помню, тут я что-то такое видел. Вот он, прям рядышком. Мистер. Хулиган, скоробей, провокатор. 10 из 10, то есть однозначно здесь уже будут связи установлены. То есть что, вот приводнение. Вот так вот. Есть. Жостер, вот оно. Есть. И вот она, связь установлена. То есть на самом деле остальное все было отвлекающим маневром. Еще одно послание от патриота. Он это или она, мы пока не знаем. На нем тоже есть признаки высшего уровня доступа. Само сообщение. Мои поздравления. Ваша работа с начальником милиции Угловым заинтересовала ГРУ. Значит, вы на верном пути. Перебазируйте свою команду до того, как спецназ устроит налет на вашу базу, и продолжайте расследование. С наилучшими пожеланиями, патриот. Вот как-то так. Проанализировали. У духа появляется талант. Тактики схватки. Дракула. Секвоя, новый потенциальный агент. Кстати, духа, помните, как он спалился при обзоре? Я его так и оставил на штабной работе. Он у меня исключительно... О, добавилось, смотрите. 14 из 13, то есть она здесь, и нормально все. Текущие есть у меня еще 5 агентов, которых я могу нанять. Мне казалось, тут их было больше, у меня их такое количество, мне тут подкидывают. Наверное, некоторые исчезают, если я их не нанимаю за определенное время. Если я их не нанял, они исчезают. Что у тебя прокачано? Ты, кстати, с пистолетом очень хорошо обращалась, а он не профилирующий для тебя. Интересно, ты по пулеметам даже, да? Пулеметов у меня много, я тебе могу его выдать. Так что
все будет хорошо в этом плане у тебя. У тебя в этом плане будет все замечательно. Перки. Периферийное зрение. А, я же хотел посмотреть, что у тебя тут... А, нет, пока неизвестно. Пока больше так и не стало известнее. Разум бойца. Танцор. Блин, ну у тебя, конечно, повышает максимальное внимание. Подсечка. Тебя я вряд ли буду сейчас... Хотя тут и есть такой вариант, что не всегда ты можешь выбрать, кто будет участвовать в операции. Иногда придется отправлять того, кто есть. Давай разум бойца. Вот так вот. А гусарчик? Мастер рукопашного боя. Снижает расход внимания. Дарс выше. Давай дарс выше, будешь прокачиваться быстрее. Ну а вас обучать я буду позже. Я вас обучу, но чуть-чуть попозже. Основное задание — сядьте на хвост агентам ГРУ, которые ошиваются у нашего убежища. Вот наше убежище и слежка за агентом. Нужно устроить Дракула. Она следит здесь за нами. Она здесь за нами следит. Ну что, в принципе, мы подобрались уже по основной линейке к тому моменту, когда начнется штурм нашей базы. Правда, по времени здесь пришлось провести еще одну операцию. Правда, плюс агент, неплохой агент, которая проявила себя в бою. И мы ее возьмем, конечно же, себе в банду. Но все-таки сам бой проведем уже в следующей серии, в следующем видео. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а с вами был Верус. Всем добра и успехов в ваших операциях.